У нас все круто получится. У нас сегодня необычный эксперимент. Впервые у меня такая взрослая модель на преображении. Зовут ее Тамаре 67. И я уверена, что мы сегодня минус 20 лет точно сделаем. У нас лишнего веса нету. У нас есть моложавая такая худоба. И мы ее подчеркнем обязательно. Сделаем разницу объема, покажем красивую узкую талию, длинные ноги, худые ручки. Обязательно поработаем с аксессуарами и посмотрим, как все это будет выглядеть у нас. Все, где-то 42 у вас размер. Здесь подойдут 44. Сейчас все вам подберу. Проходите, готовьтесь к примеркам. Я все в ожидании. А девчонки-специалисты из клиники Skin Expert написали мне, что хотят преобразить своего директора чистоты, ведь каждое утро в 5:30 она готовит полностью клинику к тому, чтобы люди приходили в чистые помещения, чтобы им хорошо дышалось и чтобы все было идеально. Естественно, Тамара, которая сейчас 67, довольно устала и, конечно, ей некогда заниматься собой. И моя задача была заняться ее внешним преображением через одежду. Лицо вытягивалось, тогда на щечки тоже подтягивается. Клиника подарила Тамаре процедуру по омоложению, но бренд Ксении Князева обязательно подарит какой-то замечательный наряд. Добавила вам серый цвет. Это, кстати, та самая гамма, в которую вы примерно пришли. Ну, посмотрите, какой он разный может быть. Припыленный слегка, и мы его. И чем старше девочки становятся, тем больше нужен яркий цвет, хотя бы на контрасте с вот такими серыми. И добавили металлического блеска в портретную зону. Это очень важно, потому что это заканчивает образ раз. Во-вторых, делает у лица свет. Все эти металлические аксессуары отражают этот самый свет и поблескивают. Смотрите, как хорошо. То здесь у нас есть небольшой объем, он как раз нам тут нужен, чтобы вот так резко все не обрезалось. Вот, и вот этот красивый изгиб, спинка, талия и попка получилась у нас даже. Ну а по ощущениям, как это вам близко, нет? Очень. Все неожиданно, неожиданно, конечно, неожидаемо. Очень хотелось. Понимаю прекрасно, что в повседневной жизни вам так, ну, пока что некуда ходить. И даже, я уверена, вы так не решитесь пойти в театр или куда вы, на выставку, или решитесь. Ну, вряд ли. Сомнения такие. Это хочется, очень, но как? Это очень ярко, но мне нужно было вас... вот это подразнить вас немного, да, вот это, раскачать вот это состояние, расскажи, когда ты прям вот, ах, какая красивая, ну, неожиданно вообще, так невозможно даже себе представить, вы не представляли, что вот так может быть. Здесь много всего, ну, не так уж и много, на самом деле, белый структурный костюм, золотые аксессуары, но для взрослых женщин я говорю, что аксессуары должны быть заметные, довольно крупные, иначе смысла никакого в них нет, когда это какие-то маленькие сережечки, которые просто носят, чтобы ушки не заросли. Аксессуары – это статус, и вы уже можете себе это позволить в вашем возрасте вполне. Замечательное время, замечательная фигура, и все шикарно собралось у нас. Мне очень нравится. Как вам по ощущениям? Я даже слов нет. Да, во сне себе такое можно было. Не, даже не знаю, честно говоря. Брали пушок волос немножечко, сделали эффект мокрых волос, как будто вы в Ницце вышли прогуляться в море. Как тут по ощущениям? Все легче и легче с каждым нарядом. Все разные образы получаются. Ну, более расслабленные. Да. Да, вот женская юбочка. Важный такой момент. Я сейчас наблюдаю 20-летних, которые очень переживают, что они уже не такие молодые, как 16. 30-летних, которые страдают, что они не такие молодые, как 20-летние. И это бесконечный процесс. Мне кажется, что вот когда ты уже в зрелом возрасте, можно показать девочкам все в твоих руках. И там тоже можно выглядеть элегантно, стройно, стильно, красиво. И главное, энергично. Потому что женщина – это энергия. Энергия. Да. И одежда – это то, что нас может подпитать этой самой энергией. Вот вы желтый надели,
И вы сразу как солнце засияли. Да. А желтый цвет яркий, хорошего настроения, энергичный такой цвет счастья. В принципе, поднимает настроение, но когда солнце и когда пасмурно, мы разные все равно по ощущениям. А лаванда – это цвет спокойный, умиротворенный, холодный, нет контрасте. И он про отношения с собой, про внутреннюю гармонию. Вот мне кажется, что такое сочетание прям идеально, когда ты и хочешь миру что-то сообщить, но и не забываешь про себя показать. Почему-то все время какие-то вот извиняющиеся женщины взрослые, как будто они боятся кого-то там задеть или носить на себя внимание, все время вот... Вот обратить внимание и еще подумать. Ой, сейчас как скажут что-то во мне, ой, как подумают, вас лет что-то скажут, вот как-то нет, да. Вы бы встретили немножко такую женщину, ой, я бы радовалась. Вы бы, наверное, хорошо конечно, бы все подумали. Конечно, Ксения, конечно. Ксения. Мне очень, очень нравится, красиво. Класс. Все краше и краше. А вот на море я бы вот так вышла. Вот уже свободно. Ну вообще после... это и городской стиль в том числе. Потому что да, можно перейти на плоский ход, на шлёпанцы какие-то да, минималистичные. И вот так летом ходить в жару спокойно и добавляя, конечно, аксессуары. Портретную зону на шее, вот браслет мы добавили. Я бы еще перстень добавила сюда. И в собес. Ногой открыть там дверь. А, ну, в общем, мне очень нравится. Мы здесь прям такое сделали. Очень-очень. Элегантный образ, такой женственный. И зря вы стесняетесь своей худобы, потому что это очень смотрится изящно. Ой! Вначале скованность. Ну, конечно, первая жизнь. Вообще всех 10 лет я... Говорит, я как цапля на болоте. Выдворяю, как цапля на болоте. Первые шаги были. А теперь такая. Я уже умудрюсь, учусь. И я себе нравлюсь еще больше, больше, больше. Теперь я то буду делать, то буду делать. Может, это здесь я умничаю? Не знаю, но я выдержу. То буду делать, все. Здесь все Total Denim, это тоже очень стильно. Очень классный образ. А что я хочу сказать? У нас получилось не просто такой вот, просто красивая женщина. У нас получился фэшн-блогер с вами из Италии. Боимся, маленький страх непонятный, необъяснимый, хотя бы он объяснять, да, но страх какой-то. А сейчас бы, конечно, если бы я в паре, я бы в шляпе, в белом костюме, ну, конечно, и в метро бы зашла. Вот мы боимся, конечно, это плохо, что как-то вдруг... А так очень все красиво. Вот за час Ксения просто меня преобразила даже чуточек внутренне. Все, спасибо большое, что Ксения, вы пришли. Дорогая, спасибо. Спасибо, и дальше вам добрый путь в преображении с волосами, макияжем. Что там дальше вам делают? Сегодня продолжение. А, сегодня у вас да. Все. Ну, удачи, всем доброго. Мы в старом уже не пойдем никуда. Бесформенная, грустных цветов. Прощаемся по старой жизни. Все.